Генеральный партнер. Торговая группа «Абсолют». Официальный партнер программы. Розничная сеть «Барис». Эфир телеканала АТВ продолжает информационный выпуск. В студии Александр Иванчиков. Здравствуйте. И вначале коротко о некоторых темах. Он был ректор. Вот задайте ему вопрос. Калашников отказал. Ректор БГСХ продолжает отрицать свое участие в деле ДНТ Ургаса. Городская администрация саботирует абсолютно все. Гусиноозерск вне благ цивилизации. Жители поселка Солнечный устали от бездействия местных властей. Я всегда говорю: Господи, ну как ты меня, такую грешницу, мог сюда поместить, в такое шикарное место? Предана музею и поселку. Надежда Захарова о своей любви к старинным вещам, чаю и танхую. Коммунальщики продолжают устранять аварию на улице Пушкина. Напомним, два дня назад на третьей тепломагистрали произошел прорыв трубы. Ремонтные работы начали только сегодня. В связи с этим отключили от горячей воды и отопления все близлежащие дома и социальные объекты. Под отключение попали потребители 255 домов многоквартирных, 13 детских садов и 6 школ. Планируемое время отключения 6 часов. Я думаю, что где-то часам к 5-6 режим работы по тепломагистрали восстановим. Из-за аварии сегодня в 5 школах отменили уроки второй смены. Детсады и больницы работали в обычном режиме. В Улан-Удэ началось строительство крематория. Стройка идет недалеко от городского кладбища Южное в районе Спиртзаводского тракта. В крематории построят две печи, одна из которых будет резервной. Как сообщает пресс-служба администрации города, там будет использоваться новейшее и безопасное для экологии оборудование чешского производства. Выбросы из печи можно будет сравнить с выхлопом от двух автомобилей. Самовольщики поневоле штурмуют сегодня ректорат сельхозакадемии. Члены нашумевшего ДНТ Ургаса пришли за ответами к Ивану Калашникову, который замешан в продаже федеральных земель, закрепленных за бурятским вузом. Подробности в материале Буды Мунхоева. Каждый из них заплатил около 200 тысяч рублей за участки в поселье. Землю в 2011 году выдала сельхозакадемия, дабы там построились сотрудники вуза. Однако территория оказалась федеральной, а доверчивые покупатели стали самовольщиками. Нам сказали, обещали, что мы все сделаем, и до сих пор вот это обещание не выполняется. И сказали, что ни членская книжка, ни расписка еще вообще никакой юридической силы не имеет. И что нам сейчас делать? У нас дом, гараж, баня, летник. И куда это все? Прежний ректор Александр Попов говорил, что разберется и узаконит участки в поселии. Однако он ушел с должности, так и не выполнив обещание. Потому члены незаконного ДНТ пытаются поговорить с нынешним ректором сельхозакадемии. Но он от них успешно ускользал. Сегодня приемную Ивана Калашникова решили брать чуть ли не штурмом. Вы говорите, что мы сами землю захватили. Вы же нам продали землю. Подожди. Продали. Кто продавал? Сельхозакадемия? Сельхозакадемия ничего не продавала. Сельхозакадемия выделила землю своим сотрудникам. Ректор утверждает, что землю просто выделили, однако человек напротив него отдал за свой участок более 100 тысяч рублей. Причем платил он сотрудникам вуза и находясь в стенах этого вуза. Зачем все-таки, не получив еще разрешения, академия дала добро на то, чтобы ее сотрудники выезжали и строились? Вот вы задайте этот вопрос ректору. В то время Александр Петрович, он был ректор. Вот задайте ему вопрос. Я был проректор, отвечающий за науку и международные связи. Какой из проректоров в то время отвечал за владение, за имущество, за земли? У нас был проректор по экономике. Калашников, будучи проректором по науке, был ответственен за землю. Потому что все эти научные работы сельхозакадемии делаются на земле. Поэтому он отвечал. Более того, причастность Ивана Калашникова к землям сельхозакадемии подтверждают документы из суда. Калашников Иван Анисимович показал суду, что работал проректором по научной работе. Ректором академии ставился вопрос о срочном оформлении земель. С 2011 года ему было поручено заниматься подготовкой документов к оформлению земель. Это цитата из приговора по делу о подделке сотрудникам академии с банковских платежей и госпошлин. К слову, осужденный работал еще и бухгалтером в незаконном ДНТ. А в вузе находился в непосредственном подчинении у Ивана Калашникова. А чего это согласие Калашникова? Потому что он непосредственно был ответственный.
все с его согласия. Это согласие, конечно, Попова и Калашникова. На письма недовольных самовольщиков из Минсельхоза России учредителя вуза приходят отказы в передаче. Федеральное ведомство настаивает, земля остается федеральной. И теперь члены ДНТ Ургаса надеются лишь на правительство Бурятии. Мы сейчас как стараемся все-таки набрать доказательную базу, о том, подтвердить на уровне уполномоченного органа о том, что эта земля целевым образом Академией не использовалась. Это является основанием для того, чтобы поставить последующий вопрос о принудительном прекращении права постоянно бессрочного пользования сельхозакадемии. И, значит, такое прекращение, оно через суд должно идти. Кто-то кашу заварил, а кому-то теперь ее расхлебывать. Видимо, в 2011 году руководство сельхозакадемии решило, что все пойдет как по маслу. Сотрудники получат участки, председатель ДНТ деньги, заодно и землю отдадут и Волгинскому району. Но по факту в руководстве делили шкуру неубитого медведя. Мудаман Хоев, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ. К другим темам. Наша съемочная группа находится в Заиграевском районе. Екатерина Устюшенко выехала по заявкам местных жителей. Ранее мы говорили о детском садике в селе Горхон, который замерзал из-за нехватки отопления. После этого материала ситуация заинтересовалась районная прокуратура. Коротко о других проблемах, которые волнуют жителей Заиграевского района, далее. Кроме того, в Горхоне еще очень много проблем. Это и проблема с пожарной машиной. Не так давно здесь сгорел дом дотла. Его не успели просто потушить. И проблема со скорой помощью. То есть люди вызывают и ждут по несколько часов. Вот мы во всем этом будем разбираться. И все подробности смотрите в выпусках на ТВ. А вот о проблемах Селенгинского района мы расскажем уже сейчас. Ни воды, ни света, ни тепла. В поселке Солнечный, что в Гусинозерске, жители уже 8 лет ждут теплотрассы в свои дома. Но местная администрация кормит их завтраками, а на последней встрече и вовсе отказали. И это еще даже не половина всех бед. Подробности в материале Ильи Балханова. Чтобы получить маленький ручеек, нужно еще нехило поднажать. Вынужденная зарядка пенсионерам не по нраву. Давление в колонке едва хватает, порой воды и вовсе нет. Сейчас нам объясняют, что когда включили они эти насосные, порвался центральный трубопровод, чтобы зимой не копать, ждите еще до лета. И так каждый год перекладывается. Вдобавок, улица поселка не освещается. Городские власти по непонятной причине выкрутили лампочки. Перед днем энергетика, 18-го, где-то 19-го числа, выкрутили, подъехала машина и выкрутили все лампочки. На наш вопрос, зачем они это делают, они сказали, мы новые будем, все. А ВОЗ пока на месте. И как вишенка на торте проблем, администрация Гусинозерска забраковала постройку теплосетей к поселку. Дело доходило даже до проекта, однако дальше разговоров местные власти не пошли. Сейчас же нам администрация, значит, заявляет о каком-то неэффективном радиусе действия, о том, что сюда, значит, невозможно провести теплотрассу. И вот мы отапливаемся все углем. Конечно, нам сложно. И вот с углем уже заниматься, и все, возраст все равно свое берет. А нас не хотят слышать. Мы не жители, получается, города Гусинозерска. Городская администрация саботирует абсолютно все. Со всем этим багажом проблем мы обратились в администрацию Гусинозерска. Как уже известно, на тот момент глава города и его зам были на землячестве, а специалисты оказались не специалистами. Ну и это все на рассмотрении? Не, ну просто они говорят, что они с 2011 года это просят. Ну, я в 11 году не работал, не скажу. Не, ну ладно, вы не работали, но жители это просят все-таки. Ну, я не в курсе, я даже на этот вопрос не отвечу. И как обычно, только по приезду в Улан-Удэ мы дозвонились до верхушки Гусинозерска. На сегодняшний день финансовых возможностей построить туда сеть, финансовых и технологических, сегодня нет. Солнечный, Кедровый бассейн, верхнюю часть города. Потому что те средства, которые сегодня есть финансовые в городе, они, в принципе, это небольшие, да? То есть мы их направляем в первую очередь на поддержание действующих стихий по санкции. Повысить низу мы не можем, потому что разорвем трубы. Было принято решение комиссионное, что пока приостановить до летнего периода. То есть летом возобновится, все нормально будет? Да, однозначно все, они работают у нас, то есть проблем нет. Систему уличного освещения увязываем со строительством линии кабельного интернета. Мы покупаем лампы и собственными силами их
меняем, да, как скажем, по те, которые погасли. Это у нас выделено порядка 600 тысяч рублей. И 1 700 000 это на строительство новых линий освещения. Работу обещает провести к апрелю. Интересно, сколько еще ждали бы власти, если бы не возникла надобность в интернете? Строительство теплосети на горизонте так и не прослеживается. Но, по крайней мере, есть очередное обещание, что летом заработают дополнительные насосы и давление в колонках нормализуется. Хотя 2 года назад жителям Гусиноозерска уже обещали и водопровод, и свет, и все блага цивилизации. К сожалению, администрация Гусиноозерска работает от жалобы до жалобы, но никак не наперед. Илья Балханов, Булат Джигмитов, телекомпания АТВ, Селингинский район. В тарифе на вывоз мусора не будет НДС. Такое заявление сегодня сделал руководитель регионального оператора «Экоальянс». Это позволит установить минимальный тариф. Кроме того, «Экоальянс» завершил реконструкцию мусоросортировочной станции. Подробности в следующем материале. Ремонт мусоросортировочной станции номер 2 завершен. Расходную часть между собой поделили «Экоальянс» и администрация города. Мусор будут сортировать, частично перерабатывать и прессовать. Это касается в первую очередь городских отходов и близлежащих районов. Для отдаленных есть своя схема. В дальних районах есть площадки временного накопления до 11 месяцев. В течение 11 месяцев, если вводится полигон соседний, он называется перспективным объектом, то все перемещается на него. Но, например, совсем северные районы мы предполагаем использовать инсинераторы. Ну, по-русски говоря, это такая большая печка на колесах, которая передвигается между свалками. С территории города собирать мусор будут 39 специально оборудованных автомобилей, которые смогут ввозить отходы сразу на 2 станции, где в первую очередь отходы обработают микробиологическим препаратом, который позволит избежать неприятных запахов и гниения. И после обработки уже будет попадать в барабан грохот, так называемый, где стоят ножи и пакеторазрыватели полностью для органики и всех других отходов. На выходе получат 3 так называемых потока. Первый – это органика, которую отправят перегнивать на поля. Затем идет вторсырье – картон, пластик, стекло и другие. Вторсырье забирают комбинаты-переработчики. И третий поток – так называемые хвосты. Они отправляются на полигон. Для полноценной работы оператору не хватает только утвержденного тарифа. На сегодня существует норматив – норма накопления для человека в год. В многоквартирных домах это 1,99 куба, то есть, по сути дела, 2, а в частном секторе 2,27. Вот на днях должны изменить норматив для частного сектора. Он будет от 1,5 до 1,7. Мы пока не знаем точно. Соответственно, это скажется на падении тарифа для частного сектора. Он будет ниже, чем в МКД. Я думаю, так будет справедливо. Пока не установлены тарифы на вывоз мусора, региональная компания продолжает ремонт на станции МСС-1. Ее запуск планируют к концу февраля. Чингис Ачиров, Таисия Хромова, Федор Моданов, телекомпания АТВ. Шокер, цена в Абсолюте. Мука пряников высшего сорта 2 килограмма. Всего 39 рублей 99 копеек. Абсолют. Гарант низких цен. Продолжаем выпуск. Дома скучно, лучше встать на лыжи. В Гусиноозерске открылась горнолыжная база для тренировок с детьми с ограниченными способностями. Теперь ребята могут развивать свою физическую форму на свежем воздухе. Илья Балханов с подробностями. Для особенных детей прокатиться на лыжах – нечто большее, чем просто занятие. Потому что в Гусиноозерске досуга для ребят с ограниченными способностями практически нет. Занятия поднимают не только настроение, но и улучшают физическую форму детей. Мы же как сами все равно не можем сильно, как родители, то предоставить такую профессиональную помощь, как тренеры. И нам очень нравится. Формируют свою мышечную массу. Они подготавливаются тут. Получается, уже испытывают эмоции. Им это очень нравится. Бесснежная зима доставила хлопот для инструкторов. Пришлось разбрасывать искусственный снег. Однако драйва от этого меньше не стало. Как-то посмотрел на таких детей. Такие дети у нас сидят в основном дома. Ничего не видят. И когда ты едешь с ними на склоне, прямо они визжат прямо от радости. Это столько эмоций, и ты понимаешь, какие там у меня проблемы. Вот, надо помогать детям. И поворачиваем! «Лыжи мечты» – так называется проект. Создали при помощи фонда президентских грантов, а реализовал его известный актер Сергей Белоголовцев. Дело в том, что сын Сергея – заложник страшного диагноза ДЦП, и лыжи помогли ему встать на ноги. Нам кажется, что, во-первых, это очень здорово, что
человек может выпрямляться физически, второе, он может получить какое-то очень хорошее общение, очень правильное, очень такое доброжелательное и очень такое открытое. Теперь и в Гусиноозерске есть место, где дети могут получить такое общение. Как признается инструктор Павел Юрьевич, некоторые из его учеников очень достойно себя проявляют. Он даже задумывается готовить команду на соревнования. Илья Балханов, Булат Джигмитов, телекомпания АТВ, Селенгинский район. В Бурятии вручили спортивный «Оскар». Лучшие спортсмены, наставники и другие деятели физкультуры и спорта удостоены ежегодной премии «Золотой Олимп». В этот раз церемонию награждения посетили сотни людей. Кто из них стал победителем конкурса, смотрите далее. Лучшим спортсменом года стала Кристина Ткачева, 19-летняя спортсменка, бронзовый призер чемпионата мира по боксу. Девушка призналась, победа досталась ей неожиданно. До последнего не верила, что заберет награду. Сейчас она готовится к чемпионату мира, который пройдет осенью этого года. Следующим, я хочу стать заслуженным мастером спорта. Идти дальше к своей цели. Награды вручили не только спортсменам, но и тем, кто не менее тесно связан с миром спорта. Так, например, в номинации «Лучший инструктор» победила Татьяна Марчук. Она руководитель Северо-Байкальского физкультурно-спортивного центра «Готов к труду и обороне». В своей работе Татьяна посвятила не только душу, но и всю свою жизнь. Мы для детей и взрослых проводим различного уровня, начиная от настольного тенниса, по лыжным гонкам, серебряные коньки, легкая атлетика, заканчивая культурно-спортивными мероприятиями, такими как Салгалган, Сухарбан, ну и так далее. Все прошло хорошо, все награждаемые прибыли, за исключением тех ребят, которые находятся на сборах, на соревнованиях. Все получили массу удовольствия. Ну, я думаю, что данное мероприятие еще подтолкнет наше население к активным занятиям физической культуры и спорта. Однако, помимо радостных событий, собравшиеся отметили вниманием и трагическую новость, касающуюся и мира спорта. Минутой молчания почтили память погибшего владельца торгового центра People's Park Сергея Рогова, который был известным в республике меценатом. Кристина Филиппова, Федор Моданов, телекомпания АТВ. Надежда Захарова живет в Танхое, поселке на берегу Байкала, и возглавляет школьный музей железной дороги на службе Великой России. В нем собраны старинные предметы, которыми пользовались железнодорожники, жившие в поселке 100 лет назад. О своей преданности работе, старинных экспонатах и чае она рассказала моей коллеге Анне Зуевой. В горнице Танхойского путейца, так называется уголок, в котором собрана домашняя утварь столетней давности, Надежда Захарова угощает нас травяным чаем и таежной клюквой. В этих местах ее растет очень много. А чай я заварила очень интересный. И будет, мне бы было интересно, если бы вы догадались, какие составные части входят в этот чай. С радостью. Они очень необычные. Особенно один, которого у нас нет в Танхое. Сагандали? Нет, этот есть. Имбирь, лайм, зеленый чай, мята и листья смородины. Вот рецепт любимого таежного чая Надежды Николаевны. Она сама заготавливает ягоды и травы для этого напитка. Я очень люблю разные чаи. И если я скажу, что у меня дома 30 сортов чая, то я, наверное, даже не ошибусь, а может быть, даже еще и больше. Надежда Захарова в Танхой перебралась из Иркутской области еще в 80-х и устроилась учителем физики в школу. Параллельно вела кружок железнодорожного макетирования и собирала старинные вещи, которые ей отдавали жители поселка. А 15 лет назад Надежда Николаевна и дирекция школы решили открыть музей. К тому времени набралось уже немало интересных предметов. Например, вот эти сигнальные фонари начала 20 века, с которыми ходили железнодорожные обходчики. Мы посчитали, что всем должно быть интересно. Любому человеку, который зайдет в музей, всем должно быть что-то здесь интересное. Если его не интересует железнодорожный транспорт, может быть, его история нашего Танхоя заинтересует, или его заинтересует Бурятия, у нас тоже о Бурятии здесь разговор ведется, или его заинтересует вот экология, допустим, или вот быт, который был у железнодорожников 100 лет назад. Экскурсовод часто рассказывает школьникам об экспонатах музея. Бывают тут и туристы, в том числе и иностранные. Вход для всех бесплатный. Надежда Николаевна рассказывает, этот год для нее последний в качестве руководителя музея. Пора уходить на пенсию и уступить место молодым. Я всегда говорю, Господи, ну как ты меня такую грешницу мог сюда поместить, в такое шикарное место, в такой райский, можно сказать, уголочек. Я считаю, что Танхой – это просто райский уголочек. А почему же молодежь уезжает? Им тут
негде работать или что? Вот какая сейчас ситуация в Танхое? Что можете про нее сказать? Ну, нельзя сказать, что у нас вся молодежь уезжает. Довольно-таки нет. У нас ведь очень много молодежи и остается. И строят дома новые, и много уже таких. Треть жителей Танхоя работает на железной дороге. Еще несколько человек трудятся в школе и Байкальском биосферном заповеднике, расположенном в поселке. Работы не хватает, прямо говорит Надежда Захарова. Поэтому надо развивать семейный и культурно-познавательный туризм. Хотя слово «туризм» музеевед побаивается. Там, где туристы, там мусор, костры и шум, считает Надежда Николаевна. Но если подходить к развитию туризма на Байкале осознанно и щепетильно, то можно научить людей бережно относиться к природе. Анна Зуева, Танхой, телекомпания АТВ. Разбил кость, получил благодать. Такой смысл кроется в популярном национальном виде спорта по разбиванию хребтовой кости. Буряты верили, что в кости кроется благодать земли и желательно эту благодать оставлять дома, а не разбрасывать где попало. В Музее истории Бурятии рассказали все тонкости древней игры «Хершалган» моей коллеге Елене Гармаевой. В музее в дни Сагалгана всех гостей погружают в древние игры и обряды, рассказывая об их сакральных смыслах. Значит, буряты раньше всегда сохраняли вот гаир хребтовую кость после сагалган, после обрядовой пищи. Они обгладывали полностью, начисто, и должны были разбить вот эту хребтовую часть. Почему? Потому что в хребтовой части с крупного рогатого скота остается благодать земли. И эта благодать должна остаться у хозяина дома для того, чтобы стада еще больше становилось. Представляете? А мы везде разбиваем. Надо разбивать гаир дома. Вот так пока держишь. И ты должен попасть куда-то сюда. Не сюда. Не сюда. Это больно будет. Это тоже больно будет. Но это же своя же нежная кожа. Вот смотри, вот сюда. Вот так. Вот так бьешь. Раз. Два. И три. Ну попробуй. Чуть не разбил. Опа! Ничего себе! Значит, еще немножко. Опа! Ну, немного больно было, но терпимо. Это первый раз? Ну, первый раз. Я видел, как его папу бил, и все. Вспомнил это. Судя по тому, как легко молодым ребятам удавалось разбивать кости, и даже маленькая девочка пыталась это сделать, я решила тоже попробовать. Но то ли сноровки не хватало, то ли сил в руках нет, мои попытки потерпели фиаско. Она короткая, ничего страшного. Боже, как больно. Нет, она короткая, может быть, поэтому я попадаю вот в эту часть. Надо метиться хорошо. Вот так приводите потихоньку, так. Приводите и потом резко ударяйте. Ну, видимо, это не женское дело, разбивать кости руками. Разбивать кости руками, конечно, дело не из легких. Наверное, поэтому только мужчинам позволено добывать благодать земную, не нарушая правила патриархального мира бурят. Обряды, мифы, легенды и развлечения бурят в первозданном виде можно увидеть в Музее истории Бурятии в дни Белого месяца. Елена Гармаева, Александр Моисеев, АТВ. Верните парня в проект. Анна Седокова просит вернуть в проект песни нашего земляка Владимира Мырзака. Баста и Тимати не дали ему путевку во второй тур и поставили в лист ожидания. Несмотря на это, авторская композиция взорвала интернет. Тысячи просмотров только на официальной странице проекта и сотни каверов в соцсетях. Не остались в стороне и звезды шоу-бизнеса. Анна Седокова спела песню и просит Басту и Тимати вернуть Мырзака в проект. Топите за меня, голосуйте. Я вообще хочу вернуться жестко, хочу еще спеть. У меня такие есть идеи, что точно войдут ваши плейлисты. Поклонники могут оставить голос за Владимира с помощью приложения ТНТ Клаб. Голосование продлится до 22 февраля. Поддерживайте наших ребят, смотрите наши новости. Всего доброго и до встречи в эфире.
покупай в Абсолюте выгодно. Ящик для инструментов всего 199 рублей 99 копеек. Абсолют – гарант низких цен. Баррис дарит путешествие мечты. Купи продукцию Procter & Gamble и выиграй сертификаты на туристическую путевку. Покупайте в Баррис и выигрывайте путешествие мечты. Баррис. Нам 25 лет.